Большие физические нагрузки, усталость – это и есть тот самый нелегкий путь к званию лучшего. Но он интересный и насыщенный, уверяют участники. С каждой недели их становится все меньше, но шоу продолжается. Тяжелое дыхание под градом. Ребята оттачивают удары справа, слева укрепляют мышцы ног. Артур говорит, с каждым днем тренеры увеличивают нагрузки, требуют большей отдачи. Но не жалуется. Парень уверен, стать самым сильным и выносливым можно только упорно работая над собой. Рассказал, проект «Я победитель» – самое интересное и серьезное испытание в его жизни. Обещает справиться на пятерку. Сегодня у нас силовая тренировка, тактическая и техническая тренировка. То есть, ну, скажу вам честно, очень сложно. Потому что, откровенно говоря, нам очень повезло с тренером. Спуск он нам не дает. То есть, пашем, реально пашем. Только так можно воспитать настоящих бойцов, говорят тренеры. Парни радуют их с каждым днем все больше. Каждый участник проекта рвется вперед за победой. Профессиональные спортсмены уверены, участникам помогают целеустремленность, работа над собой и желание учиться. За их успехами следят зрители телеканала «Юнион». Это подстегивает ребят к новым победам. Человек может быть физически готов, но морально далеко не каждому хватит смелости выйти на ринг, выйти на сначала на довольно сложный график тренировок, потом на ринг, и все это плюс с тем учетом, что его показывают по телевизору, это видят все его знакомые, т.д. и т.п., то есть это очень нелегко. Это бойцовское шоу не имеет аналогов ни в Украине, ни в СНГ. Первыми соревнования организовали телеканал «Юнион» и клуб «Спортмакс». Второй сезон партнеры называют уникальный. Помимо того, что на глазах у сотен тысяч зрителей простые ребята становятся настоящими бойцами, они узнают, что такое признание и любовь зрителей. И чем дальше, тем интереснее. Организаторы обещают, сюрпризы уже готовят. На предварительных поединках дерутся первые клуб, второй с третьим команды. И потом еще через несколько недель команды-победители. И, наверное, мы команде победителей потом сделаем еще через несколько недель супер передачу. Мы не будем уже пока как они готовятся, все-таки сделаем им тоже бои с профессионалами. Пусть они, потому что это очень сильно интрига была в первом сезоне, и люди мало готовились, да, к этому. А сейчас они уже пройдут горнило тренировок и боев, будут опытными такими полупрофи. Сегодня их 20 отважных, смелых и целеустремленных. Но уже в это воскресенье кто-то навсегда покинет уникальный телепроект «Я победитель». Самого слабого определят зрители. Видеоподробности того, как участники провели эту тренировочную неделю, смотрите в воскресенье в 20:00 с повтором в понедельник в 21:20. Злата Байрачная, Георгий Жильч, «Панорама».